Монголии впервые проводится противоалкогольная акция протеста такого рода. Организатором мероприятия стала Федерация студентов Монголии, которая предлагает правительству внести изменения в противоалкогольный закон. В настоящее время в Монголии закон об ужесточении антиалкогольной политики совсем не служит обществу. Поэтому мы требуем от Курала и правительства нового закона. Сегодня на митинге собрались студенты всех 113 учебных заведений, которые есть в столице. Вчера мы проводили подобную акцию в Аймаке Дархан-Ул. В дальнейшем мы намерены проводить мероприятия такого масштаба в целом по стране. Если же правительство не услышит нас, то мы будем действовать еще активнее. Федерация студентов провела соцопрос среди 5000 студентов на тему, в какой день недели они в основном употребляют алкоголь. Большинство опрошенных ответило, что в пятницу. Поэтому федерация требует от правительства запретить в пятницу продажу водки, а среду сделать днем борьбы против курения. Я горжусь тем, что сегодня молодежь активно участвует в митинге против алкоголя и табака. Я сам глава федерации, которая работает во благо общества против вредных привычек. Мы все вместе должны бороться с этой проблемой, поэтому я призываю к этому весь монгольский народ. В целом, Федерация студентов предлагает 16 изменений в антиалкогольное законодательство, в том числе запрет на продажу спиртного в праздничные дни, запрет на использование в названиях водки имен монгольских государственных деятелей и географических понятий. Студенты хотят также повышения налогов для производителей и торговцев алкогольной продукции. Мы, студенты, все вместе будем активно принимать участие в таких акциях протеста. Хочу сказать всем, особенно молодому поколению Монголии, давайте будем жить без алкоголя. Напоследок студенты с плакатами и лозунгами промаршировали вокруг здания правительства. До 25 апреля они ждут от чиновников ответа на свои предложения. Виктория Алзоева, Ольга Ворона, Отконбат, АЭС Монголия.